Расслабляться рано. За самарцами, которые не соблюдают дистанцию во время прогулок в парках, скверах и на набережной, будут следить с воздуха. Беспилотник Росгвардии парит на высоте птичьего полета и практически незаметен человеческому глазу. Он может работать на расстоянии 500 метров от земли. По словам специалистов, ни один нарушитель не ускользнет от строгого взора современной техники. В результате данного мероприятия выявлено общественное пространство, на которых выявлено массовое скопление граждан в нарушении установленного режима социального дистанцирования. Сотрудниками полиции приняты меры административного воздействия к нарушителям данной нормы. Большинство самарцев, которые гуляют в парках и скверах, относятся к ограничительным мерам ответственно. Горожане стараются пользоваться средствами индивидуальной защиты. Руки моем, конечно, в маску. Когда в общественные места заходим, маску одеваем. Маски в общественных местах, на улице мы не носим. Антисептик всегда с собой. Контролируют передвижение самарцев не только с воздуха, но и на земле. Этим занимаются сотрудники полиции, медики и представители городских властей. Они следят за людьми, которые приехали из других регионов страны и находятся дома на карантине. Или проходят амбулаторное лечение от коронавируса. Последних в Самаре около 100 человек. Их нахождение дома контролируют через дверь или через домофон. Нарушителей привлекают к административной ответственности. Штраф за нарушение режима самоизоляции до 40 тысяч рублей. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.